Жителям Владимирской области разрешили посещать новогодние мероприятия без QR-кода. Поправки в соответствующий указ накануне подписал в РИО губернатора Александр Авдеев. Однако зрелищные праздники в организациях культуры будут проводиться в полупустых залах. Как сообщает администрация Владимирской области, по предложению главного санитарного врача региона, для уменьшения контакта между людьми на время новогодних праздников решено ограничить заполняемость зрительных залов в организациях культуры наполовину, до 50%. То же касается и массовых физкультурных и спортивных мероприятий.